Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Эволюция торговли». Ее ведущий я, Андрей Романенко, и Сергей Андреевич. Добрый день, друзья! У нас в гостях сегодня Кирилл Тихонов, управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка. Добрый день! Добрый день, Кирилл. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. И прежде чем мы начнем с вами диалог о малом бизнесе, расскажите сейчас в сравнении с Западом, да, чего переживает наш малый бизнес и с какими трудностями сталкивается. Вы же обслуживаете в нашей стране большое количество малого бизнеса. Совершенно верно. Ну, на мой взгляд, для малого бизнеса сейчас не самые лучшие времена. Мы видим, что у нас происходит снижение потребительского спроса. Мы это видим по снижающимся выручкам наших предприятий, предпринимателей. Вот, естественно, все мы это мониторим, можно сказать, в режиме онлайн. Вот, и, соответственно, у нас, конечно, есть вот такая четкая картинка поведения наших клиентов, заемщиков, ну и просто клиентов, которые обслуживаются на РКО, расчетно-кассовое обслуживание. Ну, наверное, с другой стороны, могу сказать, что самый негативный период, ну, на мой взгляд, на наш взгляд, уже позади, потому что самые неприятные времена это был, наверное, конец 2013-2014 год. 2015 год уже в малом бизнесе наметились некие позитивные тренды. Ну, в принципе, вот мы сейчас являемся одним из участников или создателей индекса RSBI. Это Russian Small Business Index малого бизнеса. Совместно с опорой делаем этот индекс. И, соответственно, по этому индексу видим настроение, ожидания предпринимателей. Сейчас вот динамика позитивная, она, конечно же, еще остается ниже 50 базисных пунктов. Это говорит о том, что все-таки негативный тренд есть, но уже идет, в принципе, ситуация к улучшению. И с точки зрения нашей кредитной политики, мы также сейчас сделали ряд изменений, основываясь на своем опыте предыдущих лет. Понимая, что тот период кредитной паузы, наверное, он уже позади, потому что в этот момент у предпринимателей, наверное, основной вопрос был не сколько даже инвестировать в развитие, кредитовать свой бизнес, а сколько, каким образом бизнес можно сохранить. Вот. И, ну, скажу честно, конечно, немногим это удалось сделать, к сожалению, вот особенно в микробизнесе. Очень многие предприятия, малые предприятия ушли с рынка, вот. И, конечно же, это отразилось и на качестве кредитного портфеля. Вот. Но в то же время ряд наших клиентов смогли найти правильную стратегию, выбрали другое поведение в сложные, непростые времена, ну и в целом свой бизнес спасли. И теперь вопрос, соответственно, стоит, каким образом дальше его развивать. Вот. У меня как раз сразу возник вопрос. Я недавно читал рейтинг, что ваш мобильный банк для малого и среднего бизнеса вошел в топ-10. Сейчас достаточно там непростые времена. Там сотни банков за последние пару лет закрылись. Вы один из немногих частных банков, которые входят в градообразующие в некоторых городах страны, да и вообще в целом по России. Расскажите, за счет чего, все-таки каких эволюционных инноваций, да, получилось так, что вы вошли в топ-10, и какими сервисами в основном пользуется малый бизнес, и что им все-таки нужно? Ну, прежде всего, малый бизнес требует от банка, ну, в частности, от нас, определенной мобильности, то, чтобы можно было подключать интернет-банк без лишних приходов, скажем, к нам в офис. Для этого мы сделали отдельную программу с выездными менеджерами, которые позволяют подключить, ну, по сути, клиента прямо у него в офисе. С точки зрения самого интернет-банка, ну, можно сказать, что наша команда, ну, реально переработала, скажем, предыдущую версию и добавили туда ряд полезных сервисов. Вот. И, ну, в частности, какими сервисами сейчас пользуются предприниматели? Ну, помимо стандартных, наверное, которые есть в любых банках, еще есть такой сервис, как проверка контрагента, когда предприниматель, прежде чем совершить платеж, ну, смотрит так называемый светофор по контрагенту. И, ну, в принципе, если контрагент подсвечивается красным цветом, ну, соответственно, это вопрос, да, стоит ли работать с данным предприятием. Ну, вопрос, как бы, для дальнейшей проработки. Есть чаты, очень стали популярны, да, когда предприниматель испытывает там недостаток времени, либо, может быть, по телефону ему неудобно звонить, и где-нибудь в вечернее, в ночное время, в принципе, он может общаться активно с банком через онлайн-сервисы. У вас там стоят роботы, или вы используете чат-боты, которые там используют Telegram? Я могу в Телеграме подписаться на
В Телеграме, да. Говорить с чат-ботом. Да, мы с этим работаем. Вот. Но параллельно у нас еще есть люди, которые непосредственно в онлайне отвечают на вопросы. То есть идет консультация, поддержка. Ну, соответственно, в реальном режиме есть возможность пообщаться с специалистом, получить ответ на вопрос. А можете сориентировать, какое количество, процентная доля вот этих цифровых сервисов, какое их проникновение на вашу аудиторию? Ну, в отличие от каких-то классических продуктов. Смотрите, я могу сказать, да, что в принципе у нас практически, наверное, 75-76% клиентов пользуются, в принципе, дистанционными каналами, работая с банком, ну, то есть имеют банк клиент. Вот. Если говорить о мобильном банке, тема, на мой взгляд, пока еще только набирает свои обороты, вот, то есть, потому что тоже там была своя эволюция. Сначала интернет-банк был с ограниченными функциональными возможностями, там можно было просто посмотреть выписки, соответственно, ну, получить информацию там, об остатках на счете. Вот. И по мере того, как мы его наполняем определенным функционалом, он становится полноценным заменителем уже такого, скажем, классического интернет-банка, популярность, конечно же, возрастает. Ну и, соответственно, как правильно отметили, у нас мы входим в топ-10, лучшие показатели по iOS, соответственно, там 6-е место, и на 9-м месте по версии, которая на Android работает. Вы рассказали про продукт, что у вас есть выездные менеджеры. А какие в основном сервисы и плюшки они сейчас продают малому бизнесу, и они ходят прямо напрямую в магазин, или приезжают в офис, или приезжают домой? Как это выстроен весь процесс у вас сейчас по стране? Выездные менеджеры, они больше, конечно, направлены, или их основная задача все-таки это продавать расчетные счета. Вот, то есть, как правило, как происходит, соответственно, открытие расчетного счета? Клиент может дистанционно, там, через онлайн-сервис на нашем сайте, зарезервировать себе расчетный счет, то есть у него уже появится конкретный номер счета, который он, в принципе, уже может даже указать в своих реквизитах, включить договор, то есть это тот счет, который, в принципе, будет в дальнейшем ему открыт. После этого ему предлагается на выбор, ну, соответственно, он может совершить визит в банк и открыть счет, либо к нему может приехать человек, так называемый, да, выездной менеджер, который проведет идентификацию клиента, откроет ему счет, поможет подключиться к банк-клиенту. Ну и, соответственно, если у клиента возникают дополнительные вопросы, он организует встречу либо консультацию уже персонального менеджера, который отвечает больше за продвижение продуктов. То есть вот все-таки выездный менеджер — это скорее сервис, который позволяет оперативно открывать расчетный счет. Да, больше, вот, это больше идентификация клиента. Да, да, да. А вот еще несколько лет назад открыть счет — это требовало там полтора часа времени минимум, куча бумажек, которые нужно отсканировать, подписать и так далее. Сейчас что-то поменялось с этим? Насколько оперативно можно стать клиентом? Ну, на самом деле, полтора часа – это, на мой взгляд, очень такая хорошая оценка. В принципе, ну, скажем, был такой отраслевой стандарт, когда счет открывали 5 дней, 3 дня. Вот. Все шли к тому на рынке, да, чтобы все-таки минимизировать это время. И ну, такой хороший бенчмарк был где-то прийти к одному дню. Вот. Потом, соответственно, счет уже пошел на часы. Вот. Но на самом деле… Сам визит в банк. Да, потому что визит — это только как бы часть процесса, потому что, ну, в принципе, вот если посмотреть нормирование самой операции, сколько требуется там для открытия счета, ну, в принципе, с учетом того, что операционист должен проверить документы, соответственно, произвести идентификацию клиента, это может занять где-то минут 30-40. Это, ну, в лучшем случае, ну, 20 минут, ну, в худшем, ну, 40-50. Вот, но понятно, что это только часть процесса. Вот. Сам счет открывается в течение, например, там, нескольких часов, потому что дальше документы попадают в бэк-офис, соответственно, дальше люди делают определенные операции, и клиент уже получает, соответственно, информацию о том, что счет у него открыт, и подтверждение. Вот. С другой стороны, на самом деле, когда вот мы задавали предпринимательный вопрос, насколько для них критично вот именно открыть счет за час, за два, там, за три, многие говорят, что это не является каким-то прямо для них вот таким вот целевым ориентиром. Останавливающим фактором, да, для того, чтобы через час у меня был счет. Это, конечно, здорово. Да, но они говорят, не самое это главное. Нам главное, чтобы помимо быстрого открытия счета у нас был хороший, качественный сервис. Потому что мало того, что мы там, ну, например, или там банк любой открывает счет там за 5 минут. Главное, как дальше будет устраиваться работа с клиентами и насколько ожидания клиента не будут обмануты. Потому что вот мы себя позиционируем как универсальный банк. И это значит, что мы должны держать высокую планку по всему нашему продуктовому ряду, по всем нашим предложениям. Это кредитование, это РКО. Это, ну, практически все, что может
заинтересовать малый бизнес. И мы стараемся стать вот таким единым окном для предпринимателя, куда бы он мог прийти, обратиться, ну и, соответственно, получить от нас услугу, сервис, консультацию. И здесь как раз вот возникает тема, что небанковские сервисы тоже становятся очень популярными, и мы стараемся сейчас нарастить. Вот сейчас мы заговорили как раз про расчетно-кассовое обслуживание. У вас в портфеле ваших продуктов, я изучал на сайте, есть торговый эквайринг. Насколько это сейчас востребовано у малого бизнеса, и насколько мотивация по бонусам и KPI у ваших менеджеров по работе с клиентами стоит, чтобы продавать им эквайринг и подключать? Потому что сейчас по средней статистике всего лишь 30% точек в стране оборудованы эквайрингом, и еще очень много нужно сделать для развития. Потому что на сегодня 1,5 миллиона посттерминалов в стране, а всего торговых точек, которые делают хотя бы там одну оплату в месяц, порядка более 3,5 миллионов. То есть развиваться можно, вырасти еще в 2,5 раза. Полностью согласен с такой оценкой. Более того, если не ошибаюсь, как показали исследования, вот наличие посттерминала на точке увеличивает выручку, ну, где-то процентов, наверное, на 10, потому что есть клиенты. Я думаю, что это дальше даже будет возрастать этот процент, потому что сейчас многие клиенты, они просто, ну, не готовы идти в банкомат, снимать деньги, ну, потому что там причин может быть несколько. Нет банкомата этого банка, да, не, чтобы снять без комиссии, ну и так далее. Вот, поэтому, если говорить о наших продажах эквайринга, у нас это отдельный KPI, совершенно верно. Более того, в начале года мы это выделяли как даже приоритетный продукт развития эквайринга. И, наверное, какое-то время было большой проблемой то, что, например, для маленьких клиентов, ну, для нас поставить посттерминал на точку, по сути, означал убыток. Почему? Потому что те объемы платежей, которые они проводили, они не покрывали расходы на оборудование, не покрывали, соответственно, текущие расходы по обслуживанию. Вот. И специально для таких предпринимателей мы разработали, ну, соответствующие тарифные планы там, с абонентской платой. Вот. И на самом деле сейчас практически у нас уже нет ограничений по минимальному барьеру, по выручке, по вхождению. То есть любой предприниматель может подключить себе посттерминал, ну и, в принципе, ежемесячно выплачивая абонентскую плату. То есть для малого бизнеса сейчас не проблема прийти в отделение банка или обратившись к любым другим способом и получить себе эквайринг? Абсолютно не проблема. Более того, это, ну, по сути, для нас сейчас это стандарт обслуживания клиентов. Если мы понимаем, что специфика клиента такова, что посттерминал ему необходим, мы, соответственно, приезжаем, продаем, убеждаем. Кирилл, вынужден вас немножко прервать. Дорогие телезрители, рекламная пауза. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем программу «Эволюция торговли». И с вами ее ведущие Андрей Романенко и Сергей Андрешкин. Добрый день еще раз. А у нас в гостях сегодня Кирилл Тихонов, управляющий директор по развитию малого бизнеса банка «Промсвязьбанк». Кирилл, спасибо большое, что пришли к нам навстречу. Давайте продолжим нашу беседу. Я недавно слышал, что у вас внутри развиваются венчурные направления. Расскажите, что это, для чего вы это запустили и как это помогает малому бизнесу и таким предпринимателям, как Валерик и Ашот. На самом деле идея создания фонда была достаточно простая. Мы видели, что, к сожалению, не все предприниматели укладываются в так называемый наш кредитный стандарт. То есть, в принципе, да и не только наш, наверное, а в принципе такой отраслевой стандарт в части кредитования. То есть есть интересные проекты, есть интересные идеи, вот, но по сути они недалеко ушли от стартапа. Где-то это, можно сказать, на уровне стартапа, где-то, соответственно, уже есть какая-то история небольшая, но так или иначе эти сделки, эти инвестиции, они могли быть в рамках стандартных кредитных технологий. Вот, поэтому мы решили взять на себя чуть большие риски и создали специальный фонд, который бы рассматривал реальные проекты. То есть мы сразу решили, что мы не будем как бы залезать в IT-отрасль, потому что мы считаем, что там достаточно много есть своих фондов, которые активно продвигают, развивают это направление. Мы решили направить усилия на развитие реальных направлений, таких как производство, торговля, услуги, то есть практически без ограничений. Вот. И, соответственно, сейчас, ну, на мой взгляд, в целом фонд достаточно неплохо развивается. Есть проекты, которые были реализованы благодаря, наверное, только финансированию фонда, потому что, ну, реально, в противном случае, к сожалению, наверное, надо было бы констатировать. Вот какой ваш самый любимый проект, который вы профинансировали?
Но я могу сказать, что очень интересный проект, например, Велодрайв. Это открытие в Москве магазинов специализированных, ну, я бы сказал, даже сервиса по обслуживанию там, велосипедов и продаже велосипедов. В принципе, вот, то есть это такая фабрика по финансированию стартапов, где по кредитному скорингу под кредит он не попадает, а как стартап вполне возможно ему дать деньги. Да, чтобы поддержать малый бизнес. Там другая экспертиза. По сути, решения принимаются экспертами. Мы смотрим, анализируем не сколько текущее состояние, а также делаем, ну, как бы расчет, прогноз движения денежных средств, бизнес-план. Ну и, соответственно, больше, наверное, финансируем, ориентируясь на какие-то будущие там, поступления. Спасибо. А сейчас, как вы слышали, несколько месяцев назад был принят новый федеральный закон 54 ФЗ. И мы сейчас с Сергеем как раз активно занимаемся развитием компании. Тоже стартап. Стартап называется «Эватор». Это как раз состоит из двух слов: «эволюция торговли». А как вы относитесь к новому федеральному закону? Чем он поможет банку? Чем он поможет малому бизнесу? Какие плюсы и минусы вы видите? И как собираетесь внутри продавать предпринимателям эти новые услуги? Наверное, среди предпринимателей неоднозначное отношение к данному закону, потому что для кого-то, конечно, это, ну, такой хороший шаг вперед с точки зрения упрощения всех процедур, связанных с, там, с обслуживанием кассовых машин. Потому что в свое время имел тоже предпринимательский опыт и хорошо помню, как надо было с таким большим ящиком носиться в специализированный сервис, соответственно, проходить там проверки, платить денежки за это. Да? И сейчас, конечно, по мере перехода на мобильное устройство, ну, в принципе, предприниматель выигрывает и во времени, и, соответственно, и в сервисе, и получает, по сути, в одном устройстве несколько, ну, скажем, функциональных таких модулей. Это эквайринг, это и, соответственно, обычная касса. Вот. Есть ряд предпринимателей, наверное, которые, может быть, с опаской к этому относятся, потому что, ну, наверное, не все на 100% обелились, потому что если мы говорим про малый бизнес, ну, ни для кого не секрет, что есть все-таки предприниматели, которые часть выручки все-таки стараются как-то вот мимо кассы пробить. Мое личное отношение, безусловно, обеими руками за, потому что это, ну, реальный шаг вперед, это позволит навести определенный порядок с точки зрения отчетности, учета, вот, поможет, соответственно, ну, в части, наверное, там, собираемости налогов, безусловно, потому что сразу же все данные будут передаваться ФНС. Для предпринимателей с точки зрения сервиса, наверное, конечно, это будет, на мой взгляд, серьезное преимущество иметь такую мобильную кассу с таким широким функционалом, потому что, ну, во-первых, будет экономия на тех кассовых лентах, которые раньше приходилось закупать километрами, да, соответственно, там же есть контрольная лента, потом еще обычная, там две ленты вставлялись, потом эти ленты заканчивались в неподходящий момент, ну и так далее, и так далее, и так далее. Насколько банк любит и умеет и научился продавать сторонние сервисы и продукты? К примеру, будете ли вы продавать услуги оператора фискальных данных? Сейчас на основании нового закона появилась такая сущность, как оператор фискальных данных. Это компании с большими процессингами, с биллингами, которые соединяют, на самом деле, одну главную вещь. Это контрольно-кассовую технику и федеральную налоговую службу. Соединяются через оператор фискальных данных. Будут разные тарифы там, от месячного, годового или там, полугодового. Будете ли вы предпринимателям предлагать эту услугу, чтобы они ее покупали у вас, и вы, к примеру, списывали с расчетного счета? Да, безусловно, мы будем двигаться в этом направлении, потому что, ну, как я сказал ранее, для нас, наверное, все-таки основная задача – это обеспечить продажу нашим предпринимателям, нашим клиентам всего спектра услуг и банковских сервисах, и небанковских. То есть, чтобы предприниматель мог прийти и приобрести у нас, ну, по сути, любую услугу, любой сервис. Вот. Поскольку, ну, в принципе, как я понимаю, что это станет своеобразным отраслевым стандартом работа в онлайн-каналах и взаимодействие с ФНС через операторов фискальных данных, то, безусловно, мы, конечно, не останемся в стороне и будем активно, ну, развивать это направление. И думаю, что достигнем определенных успехов. Хорошо. Смотрите, ну, цифровое завтра, оно, по сути, уже наступило здесь, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. Оно стало уже сегодня. Но что происходит в регионах? Насколько по опыту, вашему опыту продаж банковских цифровых продуктов регионы готовы к тому, чтобы подключать все эти вещи в массовом порядке? Ну, безусловно, наверное, если смотреть вот распределение спроса или интереса, который проявляют предприниматели вот, на примере нашей региональной сетки,
Ну, конечно же, выделяются там Москва, Санкт-Петербург, города, там, миллионники, наверное, да, в первую очередь. Но, с другой стороны, все равно мы видим, что проникновение так или иначе есть, интерес есть по данным продуктам, услугам. И для нас, поскольку мы все-таки наших менеджеров настраиваем на то, что необходимо продавать помимо продуктов классических, которые они привыкли продавать, это кредитование, это расчетно-кассовое обслуживание, необходимо продавать так называемые вот эти онлайн-сервисы, услуги, там, онлайн-бухгалтерию, а не банковские сервисы. Поэтому так или иначе мы являемся, ну, так, своеобразным, наверное, проводником этих услуг. И, по крайней мере, у нас есть определенный план по кросс-продажам. Это значит, что у нас есть клиентская база текущая, и, в принципе, мы выходим на наших клиентов, рассказываем, популяризируем это направление, ну и, соответственно, ну, имеем определенные, как бы, процент успеха. Если говорить про те регионы, в которых, ну, на мой взгляд, не такой сильный интерес, ну, наверное, все-таки сибирская часть, наверное, характеризуется меньшим спросом на онлайн-сервисы, но, опять же, это вопрос времени и, наверное, работы на этом рынке. А какие в ближайшие пару лет вы готовите такие киллер-фичи для ваших клиентов, чтобы предоставить ему там полный сервис, набор весь услуг от банков? Как я уже сказал, у нас есть достаточно серьезные успехи с точки зрения кредитования, но для нас вот, то классическое кредитование на сегодняшний момент является достаточно дорогим процессом. Поэтому, наверное, одно из направлений – это организация совершенно другого кредитного цикла, более дешевого, более простого. И, соответственно, возможность клиентам озвучивать некие предодобренные решения. Соответственно, мы движемся в сторону пакетных продаж. Это значит, что продавая, там, например, расчетный счет, будем по максимуму докручивать на предмет присоединения дополнительных сервисов. Это будем включать все в абонентскую плату. Причем, конечно же, это будет дешевле купить пакетом, нежели приобретать по отдельности. Кстати, как идея вам, если сейчас появляются операторы фискальных данных со следующего года, и весь малый бизнес, все кассы будут подключены к операторам, то вы можете договориться с операторами, делать скоринговые модели. И вы же сказали, что вы сталкиваетесь со сложностью в кредитовании в малом бизнесе, потому что есть невозвраты, есть дефолты. Все это связано с того, что тяжело удаленно мониторить обороты, какая выручка происходит. А через оператор фискальных данных можно в онлайне хоть каждую неделю или там, каждый день получать срезы, что происходит у малого бизнеса, и на основании этого ускорить модель, либо больше денег ему давать, либо меньше. Можете, как идея, через ваш венчурный фонд какие-нибудь сделать новые проекты или сервисы? Это как раз является, я бы сказал так, даже нашей мечтой. Почему? Потому что в свое время, еще несколько лет назад, мы думали над тем, что как было бы здорово, чтобы, например, вот те кассовые аппараты, которые стоят у предпринимателей, имели некую онлайн-связь, и мы могли бы получать, собирать определенные данные, да, по выручкам, по оборотам. И, конечно же, это бы заменило труд наших кредитных экспертов, которые приезжают, должны снимать там эти отчеты, Z-отчеты, приписывать тетрадки там, и так далее. Приходите к нам, наша эволюция торговли, вам, наши ваторы вам поможет, и вы будете меньше терять денег, больше зарабатывать и больше давать денег малому бизнесу, чтобы кредитование в нашей стране развивалось. Расскажите, пожалуйста, а есть ли какие-то особенности, специфика ритейла с точки зрения банковских продуктов, цифровых продуктов? Ну, поскольку все-таки у нас торговля, так уж получилось, да, по всей стране составляет, наверное, 65-70%, ну, как вот в отрасли. Ну, соответственно, наш банк не является исключением. Ну, наверное, 68% клиентской базы – это как раз ритейл, торговля, ну, услуги. Вот. Безусловно, что для данного сегмента у нас… Ну, если говорить, например, о тех же самых кредитных продуктах, для нас это менее рискованный, наверное, сегмент, потому что, ну, практически мы про торговлю, можно сказать, знаем уже почти все. Вот, есть модели скоринговые, соответственно, оценки этих предприятий. Вот, естественно, для них мы разрабатываем, ну, там, разные тарифные планы в зависимости от их специфики работы. Кто-то делает, например, 5 платежек в месяц, кто-то, например, 55. Соответственно, ну, нет смысла переплачивать за дорогой тарифный план, если ты не пользуешься, ну, условно говоря, всеми его преимуществами. Поэтому, ну, прежде всего, это некое создание отдельных специализированных тарифных планов для этих предприятий, для самых маленьких, для там, средних, для больших. Вот. Это возможность между этими планами всегда переключиться. Но это по аналогии, как и, не знаю, там, операторы сотовой связи, всегда есть несколько тарифных планов. Но, с другой стороны, когда их слишком много, это тоже плохо. Кирилл, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. В эфире была программа «Эволюция торговли». В гостях у нас был Кирилл Тихонов.
и ведущий Сергей Андрешкин и Андрей Романенко. Спасибо большое и до новых встреч.